Ох, в общем, да, давно не было роликов, и тут я решил записать ролик по Lumber Tycoon 2. В общем, сейчас мы делаем палочку. Ну, короче, в общем, мы пойдем добывать силу строителя. Так, ну, в общем, я буду играть со своими друзьями. И ко мне решил помочь, точнее, мне решил помочь добыть мой старый друг, Артем. Ну, как сказать, старый друг, новый недавно. Ну, в общем, он сказал, типа, давай я тебе при помощи ноуклипа, он просто скачивает читы, да, ничего нелегального. Он просто нам помог достать эту штуку, при помощи ноуклипа нам забраться, собственно, наверх. Так что, в принципе, сейчас мы вот эту палочку, она уперлась, ее никак нельзя разрубить. И что делать? А, все, она вылезла. Ну, в общем, как дотащу палочку, вернусь. Ну что ж, я на месте. Вот, кстати, можете узнавать никнеймы. Сейчас. Давайте-ка возьмем динамит. А, он у меня не взялся. Ну ладно, так стану. Давай, поднимай. Опа. Я, наверное, буду прыгать, чтобы было легче. Давай. Давай, давай, давай. Еще, еще, еще. Опа. Все, запрыгнул. Осталось только один динамит притащить. Ну и в принципе можно уже начинать. Так, ну что ж, пока ждем, пока Володя приедет сюда и закупит фонарик. И, в общем, я буду спускаться пока что, наверное, в пещеру. Так, я в пещере. И куда мне, типа, идти? Ниже? Не знаю. Давайте ниже пойдем. Вот спуск. О! Классно. Так, ладно, буду пока что спускаться вниз. А наверх уже не залезть? А, понятно, у меня полностью черный экран. Ладно, буду ждать, пока за мной приедут. Я вижу какой-то свет. О, здорово! Пришли наконец-то. Спасают меня. Давай фонарик скидывай. Оба. Классно. Все. Осталось только идти. Так что можете запоминать маршрут. Погнали. Так, куда нам идти? Значит, идем вот сюда. Он просто здесь уже бывает. И если что, можете, ну, по его никнейму найти и, собственно, сказать, типа, чувак, помоги нам достать силу строителя. Ну и он вам, конечно же, поможет. Так, давай идем. Вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Так, давай. Сейчас подождем. Все, мы пошли. Идем, идем, идем. И тут нам, получается, нужно наверх залезть. Окей, давай сейчас он включай ноуклип. Давай, залазь, Вова. Все, поехали. И ты там эту прическу ему не испорть. Так много прыгаешь. Давай, все. Теперь за мной давай. Все, окей. Залажу. И давай фонарик еще с собой наверх. Только вот я ничего не вижу, так что будет у меня, если что, там слетать, например. Так, давай еще выше. Че, когда там можно уже ложить? Ага, все. Давай. Еще чуть выше.
вон туда, вот так вот фонарик. Давай, все, залез. Залазай сюда наверх. Так, давай ему фонарик. Все, погнали прямо. Давай, бери фонарик, пошли. И я уже вижу синенькое вон там. Ебой, мы дошли. Обязательно делаем скриншот, как же без этого. Давай, вставай. И еще один скриншот, и что ж можем покупать? Чувак, ты хочешь покупать силу строителя, чтобы строить с легкостью? Да, я хочу. О, что это за пердеж единорога? Ну что ж, получается все, мы стали суперстроительными. И пошлите, давайте-ка протестим. Хотя ладно, давайте протестим в следующей серии. О, все. Ну что ж, с вами как всегда был Артём, злой задрот, Вова Вованский 16, так что все никнеймы вы видите, и я Димон Фант. И всем удачи, и всем покедово, друзья. Не скучайте, следующий ролик выйдет очень скоро, так как я наснимал кучу роликов, осталось только их смонтировать. Ну что ж.